Пони сделал уже два фрага на сайфере. Красный здесь за пони. Играют они кьюр. О, неплохо здесь залетело. И минус сайфер. Великолепный, кстати, рейл от пони. Как у него пинг? Ну, как всегда, 70. И, честно говоря, я бы вот сегодня в этой встрече поставил бы на пони. Потому что сайфер уж как-то сегодня совсем плохо выглядит. Спасибо всем за фидбэк, ребятушки. Благодарю вас. Это хорошо, и какой великолепный. Даже летающую гранату дали пони за этот прекрасный фраг. Сейчас я подойду, ребятушки, один момент. Ну-ка, пока сайфер летит, честно говоря. Сейчас я буду. Three, two, one, fight. Five-minute warning.
Ну, ребятушки, я же сказал, что тут, собственно, вряд ли что-то будет интересное, потому что как бы поначалу как-то было видно, что не идет игра у Сайфера, и как я и сказал, что поставил бы я на пони, и, в общем-то, ну и, в общем-то, вы все видели. Ничего хорошего не произошло с Сайфером, в салате откатал его пони. Нико. Если я, говорит, проиграю, я выхожу из группы. Если не хочешь, типа, если хочешь, можем типа сыграть завтра, говорит. Привет, RG45. Горим, горим, да, что-то какой-то подгар, поджар. Нужно больше кристаллов. 3, 2, 1. Fight. Что-то, в общем, Сайфер там говорил про то, что ты лагаешь, ну пони всегда лагает. В общем, короче, непонятно. Сайферу надо выигрывать, естественно. Посмотрим, как справится с этой задачей. Сейчас он не доделал. Давай, прошу прощения, ребятушки. Сейчас я думаю, что на этой встрече не придется мне покомментировать. Хотя, конечно, интересная пара, но какая подсадка от пони великолепная. Блин, офигеть. За минусом тут Сайфер. А здесь я посмотрю, у нас Сайфер зацепился за игру. Пока только один фраг он проигрывает и зажимает здесь пони. Минус от Сайфера, отлично, 2-2. Может, Сайфер специально старался проигрывать все игры, чтобы остаться типа в такой момент, что прям вот прям ну все, если сейчас все проиграет, то все, конец. И теперь как бы пытается тащить. Может, это такой хитрый план, но похоже, честно говоря.
Может, он так развлекается, я не знаю. Но очень круто пока все, нифига в себе. О, лол, что это было сейчас вообще? 100-100, Сайфер. Воу-воу-воу. Здесь немного ошибся. Ой, здесь зацепился за стену, но все равно ходит по кулдауну Рокета. Хорош. Минус от Сайфера 4-2. Так, и что у нас 1-0 пока, да? На Кьюри вообще в салат он отлетел от пони. Но вот новые карты как-то лучше идут у европейцев вообще, в принципе. А, Казатый, привет, Казан. Кому не безразлично новая озвучка, подписывайтесь. Да, кстати говоря, я тоже призываю всех подписаться в этой петиции. Там ничего особо не надо. Там указывайте e-mail, вам приходит подтверждение по нему. Кликайте, и все в порядке. Вот. Ну, если петиция соберет достаточное количество. Обоснуйте про нифига себе. А что там нифига себе было? Я уж все пропустил. Да все негодуют по поводу озвучки. Озвучка ужасная. Озвучка ужасная, ребятушки. Подписывайте петицию по поводу звука. Звук ужасен, конечно. 100 на 200 у Сайфера. 7-2 ведет он на этой карте. Хорошо здесь попадает. Мега за Сайфером. Красный будет скоро. Перемещается по нижней части карты Сайфер. Встречает здесь оппонента. Сразу минус пони тут. Да, ну вот я, как я и говорю, Сайфер неспроста спросил. Форфейт, типа, пиши форфейт. 9.59. Говорит пони. I won't let win you. Ну, короче, Сайфер тут поясничает, как всегда. В очередной раз минус пони, 10-2, и, видимо, ну, как я и говорю, Сайфер, типа, ждал этого момента, что у него там будет полная жесть, чтобы вот такой вот супер-пупер камбэк сделать, и сейчас, типа, начнет всех убивать и уничтожать. С одной стороны, с другой стороны, фаз действительно хорош. Фаз обыграл Мэтбола. Мэтбола, как хотите. Конечно, Мэтбола читается. Да, вот 11 U5H4, я не знаю, как правильно читать ник, как бы. Лучше, конечно, напрямую обращаться, если ты хочешь задать какой-то вопрос конкретно мне, потому что я действительно не читаю весь чат, я слежу за игрой. И если я вижу сообщения, выделенные желтым, то есть личные сообщения, я как бы их прочту, а в другом случае я просто в общем чате не замечу. Я не очень понял вопрос, про что идет. Пони здесь пути четвертый фраг сделал, но Сайфер забирает мегу, уходит на шафт. На красный не успел, нижний желтый также будет за пони. Но уже здесь Сайфер, уже подконтроливает. Забрался уже желтый, 200 армора, хп надо брать. Отпускает, по всей видимости, здесь Сайфер, но только вот вопрос, где теперь будет его атака, откуда он нападет. Шардов попытка прессануть, 3 секунды до красного, красный будет за Сайфером. Ну и вот пошел четкий тайминг от Сайфера, который должен быть. Или у
Илюша, так Илюша, окей. Красный достается пони, на удивление. Не ожидал здесь Сайфер. Кстати, минус Сайфер сейчас может быть. Лол, и в конце директом. Как хорошо засандалил. Нижний желтый. Много времени еще до красного. Форфейт. Форфейт от пони. GG 1-1 по картам. Посмотрим, что будет дальше. Как всегда, легкие завтыки. Двести Сайфер и проблема у пони. Чтобы на лестницах не колдовать, как бы дал возможность Сайфер пони пройти по лестнице, и теперь выходит на подконтроль. Верхнего желтого, конечно, нет, но это просто позиционная такая фишечка. Первый фраг, но лол. Я говорю, Сайфер сейчас такой типа супер-пупер камбэк нам покажет. Красавчик пони, красный ему здесь достается, однако дальше, я думаю, вряд ли сможет уйти. Ой-ой-ой, рейл не попадает. Сайфер, кстати, важный рейл. Лучше бы он его попал. И шафта нет до сих пор. Рейл не заходит. Хо-хо-хо. Раскакивает здесь пони, как агрессивно он на самом деле проскочил. Красный лежит, успевает на него Сайфер. И для пони все грустно. Шафт нужен Сайферу. И под контроль, и шафт все здесь проявляется. 50 хп нанес Сайфер. То есть там грустно все. Со стеком. Налом, аккуратный какой, а. Аптечку уже не успевал подконтролить и стал подконтроливать здесь вот сверху. Закончилась, по всей видимости, предыдущая игра. Да не предыдущая, а игра, идущая параллельно. Правильнее выразиться будет так. Неплохое попадание. И что же тут произойдет? Лол. Лол. 15 хп у Сайфера, офигеть. Я все-таки заминусовал. Естественно, ни в аптеках речи не шло, потому что нужно было в срочном порядке здесь все собирать, убирать и убегать. Чем занялся Сайфер. Нижний желтый уже за пони. Под контроль. А почему рейл-то не достал? Вот если бы мог бы рейлом попасть. Неплохая базука, кстати, на... такая наступление была сейчас у пони. У
на 170. Верхний желтый. Красный лежит, будет и забирать его пони. Да, уже, естественно, забрал. Выходит он под мегу. 2 секунды до меги. Мега будет, скорее всего, за сапером. Но нет, пони ее здесь забирает. И... ну, очень много дэмэджа. Очень много дэмэджа. Разбежались. Да, жёстенько получилось, честно говоря. Мне в какой-то момент показалось, что сайфер сможет продавить, но не получилось у него этого сделать. Забирает он здесь желтый. Полтинник. Полтинник. А как же полтинник? Отличное попадание. О-о-о, опасно. Отличный фраг здесь от Сайфера. Красавчик. Мега за ним. 3-0 он ведет. Уже практически середина карты. Минус Сайфер. Офигеть. Пони берет 2 фрага. Полтинник надо зачекать. Только я сказал, что Сайфер ведет 3-0, и так сразу же, в общем-то, пони здесь подвырулил себе обстановочку. Минус от Сайфера 4-2. Блин, близкая на самом деле игра. Не сказать, что Сайфер прям разрывает на части, но выигрывает. Это самое главное, на самом деле. В такой ситуации главное, ну, не переаркадить, не пересчитать себя, что ты там супер-пупер крут и можешь что здесь вырубить. Но Сайфер, по-моему, именно это и делает, и на самом деле это опасно. Здесь приходит пони на подконтроле. Рейлган один попадает в Сайфер, но не более того, 26 хп. За пони и рейлган полтинник, я думаю. Да, отлично. 5-3, всего 2 фрага преимущества. Попадает здесь в спину Сайфер. Мега появилась. И мега не за Сайфером. Сайфер не понял, что меги, что мегу там не забрал. Что мегу не забирал пони. До красного еще 2 секунды. А мега будет за пони все равно, да. Так и происходит. Не врывается он в телепорт. Слышит оппонента. Сайфер на рейлгане. Не сразу среагировал. Аптеки нет, плохо. И минус пони, хорош. Че там Сайфер? И минус, между прочим, от Сайфера. О, вернее, от пони, конечно же, минус Сайфера от пони, минус Сайфера еще раз. 3 минуты остается, 2 фрага, опять же, преимущество, те самые 2 фрага. Который мы все это время с вами наблюдаем. Не могу сказать, что Сайфер вот прям рвет. Да. 170 на 130 пони, мега. Хорошее здесь попадание. Слабый стек остается у пони. И мог бы здесь продавить Сайфер, да, он потухает, пытается здесь продавить. Мало хилсы, но лол. А, еще аптеку там подобрал. 40 на 30 пони, 1 фраг преимущества. И здесь, получается, немножко зафейлил Сайфер. И как бы ему не отдаться. За эти 2 минуты. И пони наламывается через ТП. Ооо, да, это проблема на самом деле для Сайфера. Мега лежит, красный все же забирает Сайфер, кстати, это значит, он быстро переместился здесь, красавчик, вот это хороший мув. Понял, что пони ушел и подконтроливать не будет, нижний желтый, Сайфер пытается здесь ворваться, слабый стек у пони, сейчас можно попытаться продавить, но слабый стек также и у Сайфера, и нужно быть очень аккуратным, хорош. 80 на 50, ну да, не очень большой, чё-чё. Сайфер, виднейм тут, Титан Сайфер. На 57, спасибо, говорит.
Мега. Воу-воу-воу, нужно уходить Сайферу. Ой, какой подконтроль, как круто получилось, вообще великолепно. И опять возрастает до 4 фрагов преимущество Сайфера. Последняя минута остается. Почему такая озвучка? Ну, потому что сейчас в Квейке вот такая вот озвучка. Это не у меня конкретно, это во всем Квейке сейчас такая. У всех, к сожалению. Изменена озвучка с последним обновлением. Ну и все Quake Community считает ее полным отстоем. Три, два, один, файт. Ну вообще, да, конечно, блин, отстой. Типа не специально ли они сменили, актер запросил бабки типа за голос, я не знаю, но, честно говоря, звук стал просто отвратительным.